Привет, друзья! Привет, подписчики! Сегодня готовим в казане, на костре, на природе блюдо выходного дня. Пожарим мясо с картошечкой, все будет супер вкусно. Смотрим обязательно. Буду использовать вот такие ребрышки свиные. Мельчить не буду, буду делать крупно сегодня. Сейчас рубанем. Так, сегодня я использую приправы, у меня адыгейская соль для шашлыка универсальная. Масло, зелень, одна большая луковица. Картошку оставляем крупной. Давай. Держи. В холодный казан отправлю масло. Вот так. Кисточкой прямо по стеночкам распределим это масло. Сбоку казана вот так вот ребрышки надо выложить. Сейчас все получится. Вот так, в общем, все распределяем. На дно казана картофан. Присыпем адыгейской солью. Приправой для шашлыка и универсальной приправы добавлю. Казан ставим на костер. Накрываем крышкой. Ждем. Сегодня шумовку использовать не буду. Использую такие щипчики. Мясо можно вот так перевернуть слегка. Ну и картошку потревожить. Накроем, готовим дальше. Жарим. За костром следим. Огонь максимальный нужен. Подкидываем дровишек. Лучок нарежем мелкими колечками. Сюда отправим зелень. У меня петрушка. Все перемешиваем. Вау, аромат какой. Добавляем водички. Пол стакана. Открываем крышкой, тушим дальше. Вау, красота. Друзья, сегодня готовили в казане, на костре, на природе блюдо выходного дня. Вот такие смачные куски мяса. Меня это радует. Подписывайтесь на канал, друзья, оставляйте комментарии. С вами Андрюха Байкал. Всем приятного аппетита. Встречаемся у костра с новыми рецептами и блюдами.